Ну что, маленький любитель истории, здравствуйте! Сегодняшний день сразу же начинается у нас движухи с вами, потому что мы приехали в Мячково тестировать заднеприводную восьмерку и тестировать новый конфиг Zero. Вот так вот я с отпуска сразу же вернусь. Только посмотрите на эти счастливые лица. Что людям надо для счастья? Понедельник, утро. Ну как вам ваша работа в офисе, нравится? А вам, Вадик? Вы такие, блядь, вы показываете это людям, не мне показываете, плебеи. Да, для тех, кто вдруг не знает, это восьмерка Вадюхина. Он ее построил уже 3 года назад, и только сейчас у нас дошли руки ее протестировать. Она, ребята, заднеприводная, и она с 3УЗ-ом. И сейчас мы на ней будем дрифтить. Вот вам покажу, как вообще законно так делать на восьмерке, а? В салоне это выглядит вот так. Что-то отваливается. Серебряночкой пол крашеный. А, напольный педальный узел. Господи, я даже до педали дотягиваюсь. Вадик, а есть ли не для людей 4 метра здесь конфиг сиденья? Запрещенный материал, дрифт на восьмерке! Плотно на рычагах. У нас чуть-чуть отпало колесо, просто потому что конструктивный дефект выявился. Но сейчас мы его подключим обратно и снова продолжим дрифтить. Иван, что вы скажете, как вам тесты вообще? Слушайте, я кайфую в полной программе. Погода фееричная, я проехал целых 2 круга, и машина меня радует. Ты про Хайлакс? Да, Иван, значит, рассказывал про свою вот эту замечательную единичку. Заметьте, не копейку, а единичку. Мы правильно по-тольяттински говорим, да? Наверное, я не разбираюсь, я просто балдею от нее. Кайфуешь, да? Кайфую. Сейчас помчим. Да, ребята, жалко, я у вас не блогер. Я бы вам сейчас такой контент бы снимал про эту тачку. Она очень прикольная, она все очень круто делает. С нюансами, конечно, у нее кусает руль, потому что в кузов упирается колесо. Но контент был бы реально интересный. Ваня, какие впечатления! Это какой-то пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип! Давай, дрифти! Это динамический впуск, ты ничего не понимаешь. Да. Главное, чтобы не кастрация была. В общем, вот такой мотор. Вот такая машина. Все круто. Что у нас? Первые жертвы дрифтовой тренировки на Жигулях. Восьмера умерла генератором. Вадик кайфует, потому что наконец подрифтил, разрезал себе палец. Ваня счастлив. Я вообще люто кайфую. Да. Фендер оторван. Губа оторвана. Поздравляю, вы в дрифте. У нас надрифтился, да, Вадик? Да. Восьмерка продается. Продаю. Продаем. Блин, говно, блин. Не говори так. Говно. Все, не снимай меня. Я потом с говном со сторисом. Короче, продается восьмерка.